22 марта. В этот день православная церковь чтит память 40 севастийских мучеников. Они были воинами-христианами, принявшими мученическую смерть за веру в Иисуса Христа. Сегодня Международный день таксиста. День Балтийского моря. Присутствие осадков и мало солнца скажет о том, что весеннее половодье будет отсутствовать, а также о небольшом количестве дождей и сухой осени. Теплый ветер, лето будет дождливым. Какая погода будет сегодня, такая она будет в течение 40 дней. Не стоит заниматься ремеслом, рукоделием и выполнять работу по дому. Нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца. День ангела отмечают Ираклий, Леонтий, Александр, Дмитрий, Михаил, Афанасий, Сергей, Кирилл, Николай, Валерий, Алексей, Петр, Иван и Наталья. В 1772 году в Англии объявили рабство вне закона. В 1874 году в США впервые в истории состоялась игра в большой теннис. В 1888 году образовали английскую футбольную лигу. В 1895 году в Париже впервые в истории публично продемонстрировали кинофильм. Им стала картина «Братьев Люмьер. Выход рабочих с фабрики». В 1989 году испытательный полет самолета Ан-225 «Мария» установил 109 мировых рекордов. В 1958 году родился Валерий Сюткин, в 1961 Александр Цикало. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, чтобы узнать много нового.